Ивановцев ждут жаркие и солнечные выходные. Столбик термометра остановится на отметке в 31 градус. Поэтому сотрудники МЧС прогнозируют поток людей, которые отправятся на реки и водоемы региона, и напоминают правила безопасности поведения на воде. Прежде всего, купаться можно только на официальных пляжах. Там есть все условия и инфраструктура. Дежурят спасатели, одно заранее очистили от стекла, мусора и коряк. Границы зоны заплыва обязательно должны быть отмечены буйками. Таких пляжей в городе 3, они расположены в парках. От употребления алкоголя вблизи воды лучше отказаться из соображений безопасности. У нас в этом году с начала купального сезона, с 1 июня, пока погибших нет, но буквально вот в прошлую пятницу на территории парка 905 года на реке Талка погибла женщина. Причиной, как в 50% случаев, стало употребление спиртных напитков. То есть отдыхали компанией, потом решили покупаться, решили переплыть реку, и, видимо, уже в какой-то момент просто не хватило сил, и женщина погибла.